Всем привет, друзья! Итак, Жизнь рыбака снова с вами. Итак, сегодня у нас с вами долгожданная рыбалочка. Сейчас вам покажу, посмотрите, в каком обалденном месте мы с вами находимся. Здесь у нас спиннинг, приманочки. И сегодня с вами пройдемся по хищной рыбе. Посмотрим, что удастся поймать. Ну, не знаю, рассчитываю, конечно, на судака. Но как пойдет, может щука, может окунь. Будем смотреть, как что будет клевать. Только есть у нас одна проблемка. Посмотрите, какая у нас волна. Надеюсь, что ветер не усилится, потому что если ветер усилится, будет совсем грустно. Не знаю, как будет звук. В общем, давайте посмотрим, что у нас с этого получится. Попробуем на мандалу. Первые забросы у нас. Вот такая вот у нас приманочка будет. Посмотрим, что удастся. Будут поклевки, не будут. Если не будут, будем менять приманочку. Ну, начнем на плитах. Вот здесь ловить неудобно, конечно, ногам. Но зато вот там вот народ стоит. Раз народ стоит, значит, что-то клюет. Посмотрим. Если ничего не будет, подойдем туда, где люди сидят. Люди знают, как говорится, где рыба. Но опять же, что плохо, снимать, конечно, когда люди, не совсем удобно. Смотрят сразу на тебя все, так сказать, злыми глазами, как вы знаете, что не любят рыбаки, когда их снимают. Не знаю, как там будет со звуком, надеюсь, все будет хорошо, потому что ветер. Пройдемся еще вот туда, если что. Я все-таки надеюсь, что-то нам удастся поймать. Погода, по-моему, такая судаковая, я бы сказал. Ветер, немножко солнца, немножко пасмурно. Пробуем. Так, ну что ж, решил я немножко сменить место. На первой точке у нас поклевок не было. Так, здесь тоже ветер, конечно. Ну, вот такая вот интересная заводь. Можно посмотреть, что в этой заводе есть. Глубина здесь, несмотря на то, что заросшая камышом, глубина здесь хорошая, здесь под 1-2 метра точно. Можно щучку, судак, конечно, вряд ли здесь будет. А вот щучку можно здесь поискать, конечно же. На щучку тоже мандула у меня. У меня по всем. Посмотрите, как играет замечательно. Просто на щучку мы не ступеньку делаем. А скорее все-таки, знаете, тут даже как блесной подыгрываем, как резина есть. Давайте, третий заброс. Обычно, если есть, туда в проходик. Если есть, обычно сразу отзывается. Ну и попробуем пробраться вдоль берега, по пляжу, туда дальше. И посмотрим, что же у нас все-таки, какая рыба здесь обитает. Ну, будем до заката. Пока не поймаем, не уедем. А? Он уже в берегу почти. Так, друзья, вы, наверное, в шоке от таких кадров, как и я. Все-таки решил я подойти к рыбакам, полавливали они тут судака. И вот буквально постоял я возле них минут 5, даже не включал камеру. Народ не хочет, чтобы их снимали, да и самому мне как-то некомфортно, знаете, скажут, твоя камера. И тут произошла поклевище. Посмотрите, главное, чтобы выдержал спиннинг, что такое огромное, идет в берег. Может, подцак, Вася? Может, подцак? Народу, конечно, я тут собрал. Завтра уже буду во всех группах и пабликах. Я не вижу, что это. Вообще в берег пришел. Но еще рановато, конечно.
Ну что-то небольшое. Ну что-то интересное, амур может. Амур, наверное. Амур такой, может, четверка, пятерка. Амур. Амур? Так... Амур, может, такой пятерка, может, меньше. Малыш. Ну что-то с чешуей вижу. Нет, так это не амур, это толстолоб. Амур, амур, амур. Или карп, что это? Что-то с чешуей большой. Рано. Это амур. Либо карп, но чешуя вот такая вот. Что там? Амур, амур. Амур? Ну да, да. Ну это под восьмерку минимум. Так, друзья, ну что могу сказать? Вот такой вот красавец, вот такой вот рыбацкая удача. Сегодня мне улыбнулось, очень рад, что удалось вам поснимать. Все-таки не зря там эти рыбаки, как говорится, стояли. Вот такой вот амур.